Военные моряки США спасли в Тихом океане двух девушек, а также их собак. Американки и их животные отправились в плавание из Гонолулу на Таити в мае. Вскоре судно попало в шторм, в результате которого произошла поломка двигателя. Попытка добраться до места назначения под парусами не увенчалась успехом. Яхта дрейфовала 5 месяцев, а сигналы бедствия не доходили. Пережить случившееся помог годичный запас продуктов и установка для опреснения воды. Во вторник путешествие заметили с тайваньского рыболовецкого катера. Они находились в 1500 километрах к югу-западу от Японии. Рыбаки передали координаты военным США. Родственники яхтсменов говорят, что не теряли надежду увидеть их живыми.